Здравствуйте, меня зовут Татьяна Ушакова. Я родилась и прожила всю свою жизнь в Петербурге, но в настоящий момент я учусь в школе Лексис в Сеуле. Я должна сказать, что мне очень-очень здесь нравится. Это моя третья неделя здесь. И я начала недавно учить корейский язык, но буквально с первых занятий начала разговаривать, и это очень помогает в жизни. Проживание, в принципе, тоже очень нравится, несмотря на то, что очень маленькие комнаты, но это студенческое проживание, и все очень удобно, все очень хорошо. Здесь очень прекрасный коллектив, который всегда помогает во всем. И что бы ни случилось, они остаются семьей и друзьями. Все очень здорово. Спасибо.